Привет! И сегодня мы будем играть в Тока-Бока. Я не помню, какая там серия. Третья. Третья серия сериала «Мишель и Катя и их семья». Погнали! Что, уже утро? Так, ладно. Что-то они у меня пропали только что. Ой, ё-моё. Почему? Да почему? Да нет. Так, мне нужно умыться. Маска. Сегодня мне надо рожать. Все, освежает. Ну все. Дорогой, просыпайся, уже утро. А, да, встаю, дорогая. Ты что, беременна? Да. Где наручники, которые мне подарили? Надо, жду от тебя завтрака. Хорошо. Лучше бы за меня приготовил. Я беременна. Иди, господи. Хорошо. Дети, дорогая моя доча. А, что такое? Пора в школу, собирайся. Ну, пока одевайся домашнюю. Хорошо, сейчас я только... Надо мне почистить зубки. Угу. Вот так. Вот так. Все. Я готова. Сейчас я только расчесусь и одену пока домашнюю одежду. Вот эту. Ну все, сиди пока. Ну что, мультики пока. Угу. Доченька. Извиняюсь за извинения. В
Вы можете это перемотать. Смеша 23%. Так, доченька, просыпайся. Ё-моё. Доченька, просыпайся. Уже утро. Да, встаю. Ну, хорошо. Так. Сегодня у тебя школа, поэтому собирайся. Так, телефон. Это. И это. Все, я пошла умываться. Так, кстати, еще вот это вот надо. Угу. Все, пошла. Мамочка, доброе утро. Доброе утро, солнышко. Мама, а когда у нас родится третий ребенок? Сегодня. Ура! Я буду сестренкой сидеть! Ну, мы не знаем пока, кто это. Братик или сестренки, я не знаю пока что. Ну ладно, я пойду пока. Так, чуп. А, я же хотела зубы пойти. А ты собирай портфель! Ты тут не. Так зачем это? Все, теперь. Так, что мне си. Иди в попу. Так, мне нужно почистить зубки. Папа! Что? Ты что не расчесался? Ой, забыл. Блин, ладно, сейчас. Быстрее. На тебе щетку. Угу. Все, я пошла. Ага, давай, иди. Так, что-то. Красотка, не знаю как. Расчесаться не надо. Так, и вот это вот. Все, посмотрю мультики вообще. Или вообще книжку почитаю. А моих зверенышев. Так, нифига себе. Не лучше. Что мне надо одеть? Ну, вообще здесь должно сидеть. Так. Вроде намазал просто, нет? Ну, уже что-то намазал. Все. Все, надо готовить завтрак. Так, что мы сегодня приготовим? Так, мы сегодня приготовим это. Тарелочки мне надо все расставить. Так, две ставить. В смысле, мне не сохранилось. И одну я вот эту вот. Так. Так, так, сейчас мне надо. Да ё-моё. Чаю всем налить. Сегодня у нас будет чаепитие. Да, именно так. Девочки, всем с 8 марта. С праздником вас всем. Так. И надеюсь, что у меня подписаны девочки и мальчики. Девочки, я вас поздравляю с 8 марта весны. Ну, короче, вы не поняли. Напишу вам в комментариях. Понятно? Так. Окей. Мы положим вот так. Я поперчить забыл, ёшкин котик мой. Так, посолить, поперчить. И за эту штуку мне надо. Так, вот так вот. Всё, красота. Извините за такое объяснение. Идите завтракать. О, кетчуп забыл. Так, кетчуп.
Идите кушать. Да идем, блин. Так, ням-ням-ням. Ой, я же здесь сижу. Я забыла, где я сижу вообще. Якорный бабай. А ой. Так, пора кушать. Ням-ням-ням-ням-ням. А я вообще здесь сижу? Нет. Ой, блин. Мамочка, с тобой все хорошо? Да, доченька. Ты сегодня пойдешь на работу? Нет, давай вместо работы пойдем в больницу вообще сегодня. А, как-то я увижу моего братика или сестренку. Вообще-то это наш братик или сестренка. Слушай, тебя никто не спрашивал. Так, все, тихо. Мишель, хватит ссориться. Да потому что она меня бесит уже. В смысле она тебя бесит? Хватит, все. Собирайте и идите в школу уже. Ура, школа, мой любимый предмет. Школа, Паша, блин. В голове с Пашей, блин. Я готова вообще-то. Так быстро, доченька, жди нас. Так быстренько собираемся. Я вас доведу до школы. А, дорогая, ладно, я вам помогу. Дорогая не может вам помочь. Эти вещи тебе больше не нужны? Нет. Отдаем. Кому отдаем? А вот это уже неизвестно. Ну, у нас есть этот приятель новый. Не новый, две детеныша. Та-дам! Это вся моя наконец у меня в больнице появилась. Так, сейчас я переоденусь. Да, кстати, дорогая, что? Где твоя курточка? А, у нас же сейчас весна, ё-моё. Ладно, у нас все равно сейчас зима постоянно приходит, поэтому идёшь в этой куртке. Сейчас я багаж тебе создам. А, нет, сюда багаж. И телефон. И мой кошелек. Все, только идем. Доченька, давай быстрее. Хорошо. Теперь твоей маме сегодня. Папа, можешь поместить? Давай сюда попробуем положить. О, отличное место. А мне кто-нибудь поможет? Я не могу помочь. Он поможешь? Я не могу, дочь. Так. Не, дочка, давай-ка ты сама все понесешь, потому что... И тебе потом книжку отдам, потому что твоя сестра может обидеться, поэтому... Она может хоть у нас брать, конечно. Ну все, идемте. Все, дорогая, все нормально, да? Все, пошлите в школу. А нам сегодня позвоним боссу, что сегодня... Вообще здесь Геннадий. Так, все, пойдем. Все, мы пришли. Все, давайте, удачи вам. А мы пойдем. Вот твоя книга.
книжка, доча. Спасибо. Так, ладно. Теперь шкафчик. Вот он. Так, сюда мой напиток. Красивый, конечно, портфельчик. Так, все, пойдем на урок. Здравствуйте, простите за опоздание. Ничего, садись. Хорошо, сейчас. Так, кошелек. Вот телефон. Сюда. Так, все, пойду. Здравствуйте, простите за опоздание. Ничего, присаживайся. Тем временем у родителей. Почему мы все поцарапаем? Так, все. Вот. Все, мы приехали. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Да, у меня жена беременная. Можете посмотреть? Угу. У вас будет девочка. Ура. Ура. Ну что ж, ложитесь. Сейчас мы будем приступать. Так, и теперь одевайтесь. Давайте. Дайте мне вот эту штуковину нету. Сейчас посмотрим на первый этаж. Так. Вот мне нужна эта штуковина. Все. Она здесь. Так, все. Давайте переодевайтесь. Взяли с собой одежду? Да, я куртку взяла. Так, короче. Так, вы, мужчина, выйди, пожалуйста. Хорошо. Вот это вот заберите, чтобы не потерять Алёша. Так, идемте, женщина. Вам пора на операцию. Вы готовы? Да. Следует с вами все снять с этого. Мужчина, держите. Спасибо. Ну все. Проехали. Так, сейчас я отвезу. Извините, не было денег. Приготовить все. Так, сейчас мы будем сюда. Боже, прости. Так, ну все, женщина, проехали. Колясочка. Все, идем. Здравствуйте.
Здравствуйте, вы что тут не работаете? Ой, простите, пожалуйста. Сейчас я одену масочку. Чтобы больше такого не было. Хорошо. Зайду. А я себе одену вот это. Ну что, вы готовы? Здравствуйте. Ложитесь. Не переживайте. Вот вам сначала обезболивающийся. Вот вам. Так, ты будешь у нас помочить. Крёт. Всё, так. А ты у меня будешь, если чем-то укол ставишь, понял? Будешь не запросить. Окей. Так, ну что, коллеги, отряд, готовьтесь. Сейчас мы будем лечить дорогого пациента. Так, с чем? Щипчики. Отодвинься, говорю себе. Так. Ставь укол. Чик. Так, сейчас поменяем. Можете вы пропустить. Извиняюсь за такие манеры. Да, кстати, капсулу. Так. Она родилась. Все отлично. Пусть шел ровно. Ну ладно, не раз, не ровно. Все, коллеги, спасибо вам. Занимайтесь. Так, пойду. Должен спать. Дорогая. Она спит. Так что поехали, а вот ваш муж. Ух ты. Чё, муж? Понимаете, мне просто... Так, кстати, у нас есть бутылочки? Нет. Я вам даю определённо соску, розовую соску. И вот эту вот бутылочку оранжевую подойдёт? Да, конечно. Вот, славно. Положите сюда. Это вам бесплатно. Спасибо. Ну все, пока что пусть она поспит. Когда проснется, я вас отпущу. Это где-то было днем.
тем временем детей. В школе. Так, дети, ну что ж, мы, надеюсь, ну что ж, ребята, я вас отпускаю домой. Ура! Ура, 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 домой, 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 домой. Так, нет, это же не мое. Ура, 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 ура. Алло. Алло, да, что вы хотите? Я на свой номер звоню. Он спит? Да. А вы что, уже закончили? Да, мама, папа, забери нас. Хорошо, сейчас приеду и пойду в больницу за бабой. Она же проснулась? Пока нет. Но это еще не точно. Сейчас я за вами приеду. Вы собираетесь пока. Хорошо, пока. Пока. Иди сюда, в больницу поедем. Ура! Я увижу своего ребеночка. Сестру. Ну да. Ну давай ждать. Давай. Ну что, я потом приехал. Ура, папочка. А где вещи? Они там остались. Пойдемте, девочки. В больницу. Ура. Вот мы и приехали. Ура! Давайте сюда. Вот девочка. Да. Идет, наверное. О, девочки, вы уже здесь? У вас что, вот тут закончилось? Да, мамочка! Дорогая, ты проснулась. Да, войдите. Дорогая же приснулась, мы можем отписываться? Да, я вас отписываю. Угу. Принесите ее сюда. Хорошо. Дорогая, тебя зовут доктор. Да. А можно с ней? Да, доктор, вы что-то хотели? Так, давайте ложитесь, я вас послушаю. Все ли хорошо? Хорошо. Кстати, мне сейчас Лена это дает на ребенка на обследование. Лена? Да. Пожалуйста, на обследование ребенка. Хорошо. Ну что, малышка? Ну что, малышка? Сейчас мы будем документики. Угу. Так, ну что? Давай-ка сделаем небольшую пробочку. Чик. Ah!
послушаю. Пойдемте рос. Хорошо. Тебе все хорошо. Мне все в порядке. Мне все. К хозяйке. Ну что ж, вы свободны, можете идти. Хорошо, это точно? Да, я вас отпускаю. Хорошо. Все, собираемся. Да, кстати, вам еще уроки делать. Понесем портфельчики. Дочка, ты пойдешь пешком, потому что. Дочка, пойдем пешком. Все, идем сидеть все. Да, кстати, где нас потребовано спать? Я не знаю. Ребенок может с вами спать. Точно. Не, нет, ничего такого. Притыкаешь, типа спать. Ладно, все, дети, идем. Давайте что-нибудь пойдем покушаем. Да, пообедаем. А можно уже не будем? Можно. Пойдемте вниз. Пожалуйста, вниз. Фух, 10. Что-то по 3, хорошо. Так. Мы приехали вниз. Давайте. Идемте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Можно мне что-нибудь покушать? А вы уже вызвали? Да. Вам шарик дать? Давайте, что ли. Спасибо. Так, ну что? Что вы желаете? Мне бы вот это вот. Сок. Да, я сок хочу. А я кол. Мама, ты что будешь? Ну, дочка, будешь? Давайте мне, наверное, апельсиновый сок вот этот вот. Ты дорогой, а дорогой, а тебе что? Давайте мне этот кофе. Что еще что покушать желаете? Я арбузик. Берите мисочку каждого. Каждый себе берет мисочку и несет. Ура, мне мисочка есть. Вот вам еще две мисочки. Спасибо. Спасибо. Так. Так, что покушать? Я арбузик чуть буду. Так, давайте мне вот эту. Так, а мне, пожалуйста, что мне? Давайте шаурму, что ли. Доченька, а ты что будешь? Я не знаю. Да может что-то взять. Давайте мне тоже эту шаурму. Угу. Заплатите, пожалуйста. Вот. Угу. Спасибо, до свидания. До свидания. Все, пойдемте. Кушать пора уже. Пойдемте выберем. Хорошо.
все, дети, идемте. Идемте. Давайте я принесу дверь, а я думаю. Все, идемте, дети. Идемте. Все, наелись? Да. До свидания. До свидания. Так, ну все, мы пришли домой. Заходите. На, дочь, портфель. Да, спасибо. Мам, пап, дай мне. Да, точно. Да, спасибо. Так. Привет, Мурыська. Так. Так, мне надо сразу же делать уроки. Только надо ручки пойти помыть. Пойду помою. Всё. Мурыська, буду делать уроки. Что нам там задали? Мам, тоже ставит такие уроки. Да ё-моё. Вот. Всё, пойду. Всё, я сделала. Всё, отдыхать можно. Ай, денежки сюда. Все. Так, ну и я сделала. Все. Пойдем, дорогая, мы до сих пор не разделись даже. Да, пойдем. Как хорошо не готовить. Да. Блин. Давайте типа помыли уже. Так. Так, ну что? Чей это кошелек? Это мой. Так, бутылочка и мой телефон. Все. Пути. Давайте молочка. Будем пить молоко. Ну все, давай пить молоко. Так, ну пьем, у меня последняя денежка осталась. Ладно, в банке получше. Так, куда вы бутылочку поставить рукой? Сейчас сюда. Давай на кухню лучше. Давай. Все, напились? Да. Yeah.
Ну что, новые эти что ли получать? Вы что? Выкидываетесь надо мной? Тупая вода. Вы что, вообще офигели? Кто в больнице получать новую? А хотя здесь у меня бутылка. Ну пусть не оранжевая, пусть будет желтая. Мы с титус перемотать. Быстрее на 80%. Вот она. Так, ну все. Давай, раздевайся, дорогой. А, блин, я ж в новое переодевался. Ё-моё. 2 часа спустя вечером. Так, все. Дети, ложитесь спать. Они типа не уже чистили зубы. Так, сегодня ночью будет спать с нами. Так, ты пока иди успокойся. Я сейчас спать. Типа он не может. Дети спать.